Проверка звука. Так, сейчас включу на телефоне. Блин, зарядку надо. 31% у меня на телефоне. Ну да, все работает сейчас. Так, и да, надо включить звук в игре, которого нет. Продолжаем играть. Сталкер. Время Альянса 3. Какая у нас уже 9 или 8 серия, я не помню, вроде даже 9 сейчас. И нас что-то там Дегтярев просил помочь. Сейчас мы разберемся, что к чему. Сейчас проверю, слышно ли игру. Не, ну твою мать! Ну нельзя ж только ничего не топтать. Да, все хорошо, можно начинать. Так, где у меня наушник? Так, let's go. На чем мы остановились? Встретиться с Дегтяревым. Да, это основное сюжетное задание. Комплектующие мы потом как-нибудь соберем. Ну, идем на Юпитер. Так, что там у нас? Водичка есть? Нет. Нужно купить чуть-чуть. А, пузыря-то и нету пока что. Фиг знает, у кого можно что купить, воду. Ну ладно, разберемся. Пока что нам пить не особо сильно хочется, и фляжки еще на два захода хватит. Так, и вот какая-то у меня плата есть, я не знаю, куда ее деть. Пока что с собой пусть лежит. Наверное, энергетик стоит выпить. Ну и побежали. Сделаем дело. Так, посюда же мы добежим. Да, да. Там опять, наверное, наемники заспавнились. Ну что сделаешь? Или лучше, конечно, детектор достать. Мало ли. Чтоб на аномалию не напороться опять. Сейчас снова, наверное, с наемниками придется разобраться. Да. 100% придется. А не, подожди, а что, нейтралы? Я не понял. А, нейтралы-то это же внизу сидят. В восточном туннеле я перепутал. Там-то же наемники. Ну блин, ну мы их сейчас как-нибудь оббежим. Я не хочу с ними воевать. Да, сейчас как-нибудь на ту сторону попытаюсь перейти. И все, и бежим к Дегтяреву. А наемники идут нафиг. Я устал уже с ними бороться. Каждый раз их валю, они снова спавнятся, но это как-то некрасиво. Так, снова мы видим тут отряд Альянса, и Дегтярев что-то нам хотел предложить интересного. Давайте разузнаем. Сразу скажу, будем стреляться. Привет, брат. Что у вас опять случилось? Решили наконец освободить Юпитер от нечисти? Для крупной операции по освобождению Юпитера у нас пока недостаточно сил. Даже если и сможем освободить весь сектор, то не сможем его удержать. Здесь немного другое дело. Эта секретная операция проводится по инициативе контрразведки. Помнится, я тебе уже рассказывал о двойниках при нашей первой встрече. Опуская все подробности, скажу, что контрразведка получила сведения, что осознание... Нем планируется возобновление проекта «Двойники», и, скорее всего, проект будет возобновлен здесь, на Юпитере. Ну да, круто. Будем ловить двойников? Пока нет. Первую партию двойников мы почти всю уничтожили в свое время, но одному удалось уйти. Это был двойник механика.
Как я его тогда не ловил по всей зоне, так и не смог поймать. О нем расскажу позже. Сюда на КПП прибыл новый главный разработчик проекта со всей документацией. Ага, а почему он в бункере у ботанов не остановился, коллеги ведь? Скорее всего, опасается, что мы просчитаем его там и устроим налет на бункер. Да и охрана у бункера слабее, чем здесь. Может, здесь ему и не совсем удобно работать, зато надежно. В общем, надо захватить КПП, убрать разработчика и забрать документацию. Надоели мне, если честно, эти двойники. Поскорее бы с ними закончить и дело в сторону. Итак, операция «Гром» вступает в завершающую фазу. С тобой на КПП пойдет штурмовая группа проверенных. Ты готов нам помочь? Если готов, то выдвигаемся вместе с отрядом. Да, я готов, но я бы один даже справился. Операция «Гром» красивая. Это типа как гром среди ясного неба. Ну, сейчас мы им навтыкаем. Будет им гром и молния. Нет, я не против постреляться. На КПП, да, значит? Они давно там, смотри-ка, тихо было. Да-да, во-во. Так, три парня, да, нам дали, хорошо военизированных. ГП, наверное, берем. Да, а нет, шестерых пока заметил. Ну, без разницы, мы справимся. Так, а я отсюда, да, начинаю? А, вот это КПП же и есть. Так, ну что ж, я засейвлюсь на всякий случай перед этим. Опа, меня уже пострелять успели. Я просто не вижу, где наши, а где не наши. Вот это вот наши? Нет. Ладно, я, наверное, в наступление пошел. Ну, какие мы грозные, а. Наверное, как надо сейчас пытаться пробиваться. Ой, с чем я это сделал? Так, наших уже там пробили, ну что я сделать смогу? Ученого я снес. Сохраню здесь же. Так, тут еще кого-то надо снести. Он ранен. Так, наверное, надо уже нападать. Хотя, а, все сдохли. А чё, подожди. Тут еще один, что ли? А, все, мы всех убили. Осталось сейф забрать. Точнее, кейс. Так, все, отдать Дегтярев захваченные документы. Было несложно, но... не... поел я, конечно, чуть аптечек, но... О, это что, Озерский? Озерского, кстати, я завалил. Но из наших тоже вроде жертвы есть. Разработчик двойников. Хм, интересно. Так, беру только КПК и аптечки. Ну и патроны, естественно. Так, сейчас пошарим всех. На наличие патронов это важно. Так, еще здесь двое есть. Или это все враги? Все-таки всех убили. Точнее, просто интересно, из наших жертвы есть? Нет, а то я не обращаю внимания, когда лутаю. Не обращаю внимания, кого лутаю. Ну, вроде как, даже среди наших и жертв нет. Ну, мы чисто сработали. Я, кстати, арты... Я только сейчас до меня дошло... что я еще и арты собираю. Это вообще прекрасно.
Так, ну вроде бы по мере возможности я всех облутал. Так, с этим все. Кстати, у нас так артефактов уже на продажу много. Ну, пузырь вернется, мы ему их все продадим, потому что мне ни один из них не нужен. Хорошо. Так, а что там светится-то? Отдать Дегтяреву захваченные документы? В смысле, а Дегтярев здесь, что ли? Серьезно? Нифига себе, когда тут появиться-то успел. Ну ладно, по идти не надо далеко. Вот, брат, держи кейс с документами. Спасибо за помощь, но лучше будет, если ты сам отдашь документы Ивану. Что греха таить, не очень-то он тебе и верит. А вот когда узнает, что ты помог в таком серьезном деле и принес документы, то его мнение может и поменяться. Глядишь, еще и денег подкинет, если добрый будет. Но это еще не все. Я тебе уже говорил, что по зоне бродит двойник механика. Так что будь бдительным. Если почувствуешь что-то подозрительное, то немедленно все сообщай мне, а если меня не будет, то Ивану. Я предупрежу всех, кто имел отношение к этому делу, что ты в курсе всего. Посильная помощь тебе будет оказана. Это все очень серьезно, брат. И последнее. Когда я занимался поиском и уничтожением двойников, то ко мне в руки попали два ключа. Для чего они, я пока так и не выяснил. У меня опять будет срочное и важное задание. Я хочу оставить эти ключи тебе. Вот, держи. Обрати внимание, что ключи имеют бирки номер 2 и номер 3. А это значит, что где-то есть ключ с биркой номер 1. Не боись, брат, я все понял, не дурак. Давай, до встречи. Передать Ивану захваченный документ. Ну все, хорошо, сейчас пойдем, значит, на этот самый, как его там, в бар. Передадим документы. Ну и, в принципе, там уже нам скажут, что нам делать дальше. А сейчас, я не знаю, может, пузырь уже появился. Хотя, в принципе, артефакты я и в баре могу продать, но пузырю, мне кажется, их продавать намного прибыльнее. Так, далеко до пузыря-то идти? Ну, в принципе, да, далековато. А телепорт тут близко. Ладно, тогда в баре продам, плевать на деньги. Так, все, да? Отдать захваченные документы Ивану. Ну все, let's go. Где-то тут телепорт, если я не ошибаюсь. Все, прыгаем в него. И сейчас он нас должен переместить в бар. Да, как бандиты-то нас обманули. Пузырь-то не виноват был. Но я на него и не гнал. Просто можно было тех бандюков завалить. Ну ладно, мирно разошлись и наплевать на это. Но если я вот этого Шурика, как он там, не помню. Но я помню, он одноглазый был. Я вот это хорошо запомнил. Если его еще раз встретим где-нибудь, то я его завалю. Хорошо. А, вот тут можно водичку взять. Ты ко мне? Да, к тебе. Кому еще-то? Так, наверное, ей мы продадим артефакты. Я тут вспомнил его. Пересеклись как-то возле кордона, сталкер и вояка. 31 000. Ну, ей продадим, кому больше-то. Ты че, мужик? Охренел. Ладно, ну, хоть так. 75 000 нам нормально, в принципе. А что несешь-то такое тяжелое? Вон туда и смотри под ноги. Комбинезон еще есть. Что? Патроны эти бронебойные на склад. Хорошо. Так, ну что, в самом баре нас больше ничего не держит. Можем уже идти по основному заданию. И, кстати, надо антирад сожрать. Кстати, у нас 6 геркулесов есть. Но нам пока не нужен вес, но дополнительный, но... Это хорошо, что есть такая возможность. Если надо, сожрем, потом мы будем просто с бесконечной выносливостью бегать.
Начальнику всей Альянса мое глубочайшее с почтением и любовью. Фу, еле выговорил. Всю дорогу репетировал. Зачем пожаловал, клоун? Зря ты так, мужик, я ведь и обидеться могу. Я вот вам документики ценные притаранил по новому проекту двойников. Ты, сморщук, как туда попал? Операция была секретна. Да вот братишка подсуетился и попросил помочь, но я и помог. Были там и гром, и молния. Возьми документы. А еще можно мне оказать благодарность в денежном эквиваленте? Сашка ничего не говорил? А, вспомнил. Саша действительно меня и еще кое-кто... И еще кое-кого предупреждал. А ты резвый. Ладно, уговорил. Будет тебе благодарность. На. Приятно иметь с собой дело. Спасибо за награду. Не могу сказать, служу Альянсу, но помогать вам готов, чем смогу. Ну, это... Уроды еще те, конечно. Ну ладно, фиг с ним. О, пузырь. Пашка, у меня для тебя есть кое-что интересное. Приходи, не пожалеешь. Так, пузыречек наш любимый. Что-то нам там... Переговорить с пузырем. Западню какую-то готовит на меня, наверное. Хотя, в принципе, что я им плохого сделал? Так, вот он. А я уже арты продал, блин. Мог, наверное, пузырю продать. У нас все равно с ним дружественные отношения. Как бы все равно выгода лучше была. Ну ладно, фиг с ней с выгодой. Ладно, что, к пузырю идем. Нас тут тоже больше ничего не держит, в принципе. Патроны все есть, снаряжение есть. Так что, let's go на Юпитер. Время, игрового времени 12 часов, это хорошо. Не вечереет, спать не нужно. Так, ну что ж, идем в телепорт. Координаты везде 30. Телепорт Альянс. О, подожди. А, я уж думал, телепорт не сработал. Тут еще какие-то другие координаты есть. Ну, я других не знаю, это раз. А во-вторых, мне на Юпитер. Так, сейчас посмотрим, что пузырик от нас хочет. Да, долго он же в одного получается, с Лиманска добирался. Долго шел, но недавно на базе были, его не было. Ну хорошо, хоть поторгуемся с ним. Хотя у меня, в принципе, такого уж нет ничего на продажу. Арты хотел ему продать, ну ладно. Переговорим, что он там, интересно, от нас хочет. Ну, мне кажется, как бы у нас был небольшой с этим пузырем конфликт. Мне кажется, он уже исчерпал себя. Потому что как-то я не знаю сейчас, в принципе. Мне кажется, уже ничего такого не будет. Сейчас добежим. Детектор я не убираю. Можно, кстати, выпить эту самую бутылку. И нормально уже добежать без всякой этой самой. Интересно, что пузырь от нас хочет. Наверное, какое-то дело интересное поручит нам. Или благодарность свою выразит. Мы же на самом деле пузырю помогли. Ну, фиг их знает. А бандиты-то нас нагрели. Если пузырь не против, и даже я могу их завалить даже с превеликим удовольствием. Эту морду одноглазую помню. Это, конечно, не такой кайф, как седого убить, но все же. Так, ну что ты меня звал-то? Ну как, жажда приключениям еще не пропала? В следующий раз осмотрительнее будешь в выборе заказчиков. Зачем звал? Ладно, проехали. Я все думал, как тебя отблагодарить. Дать просто денег, как-то рука не поднималась. Ну это понятно все. Она у тебя никогда не поднимется. Если надо было что-то отдавать, все, греб к себе и греб. Но ведь торговец я. Как ты мне прикажешь быть? Отдавать все и всем даром? Тогда какой смысл вообще в торговле? Ладно, может после... Ладно, может после пофилософствуем на эту тему. Тут ко мне недавно один браток приходил, не из наших. Показал мне вещицу интересную. Говорил, что снял с ее с трупика агента осознания и желает мне ее продать. Но цену заломил такую, что даже у меня чуть челюсть не выпала от удивления. Но, поторговавшись, я все же купил ее. Вот хочу тебе ее подарить. Благодарность за мое спасение, так сказать.
Что за вещь? Пушка редкостная или броник навороченный? Медальон удивительной красоты. Вот, возьми. А еще тебя аспирант ждет. Черт, знакомая вещица. Да это же медальон Лены. Ну, пузырь, не ожидал я, что ты способен на благодарности. Считай, что мы квиты. Ладно, пойду к учителю зайду. Нифига себе. Да, снова он у нас. Опа, теперь, наверное, к Лене можно сходить. Не знаю, по сюжету нет, но я тут недалеко сейчас. После, как переговорим с аспирантом, я наведаюсь, посмотрю. Потому что же вроде нам эта контролерша сказала, типа, с этим самым, с медальоном придешь, и это самое. Типа, поверю я. Так, аспирант называл. Ну, аспиранту мы поможем, в принципе, браток наш. Приветствую тебя, учитель. Ха-ха-ха. Твой послушный ученик прибыл по твоему первому зову. А если серьезно, то чего искал? Вольнуть кого или должок получить? Меня мало интересуют ваши дела с Шерханом. Задание мое будет сугубо научное, но... Может быть, придется и пострелять, если ты лоханешься. В бункере ученых есть очень нужный мне прибор. Ничего, в принципе, ценного он из себя не представляет. И лежит он там без присмотра. Кому нужен, тот и берет. Потом кладут на место. Его отсутствие сразу никто не обнаружит. Сам понимаешь, что мне его на блюде не отдадут. Прибор сам очень компактен и помещается в обычный кейс. На кейсе маркировка БЗРК-17. Я придумал план, как его добыть. Ты же не откажешь своему учителю. Я дам тебе изолирующий комбез ботаника, ты переоденешься, сходишь в бункер и тихо стыришь для меня приборчик. Я, в принципе, стрелять не против, если такая возможность есть. Ну, ладно. Смотри внимательно на маркировку. В бункере может быть что-то еще, а мне нужен только этот. Запомни маркировку. БЗРК-17. Ну, я запомнил. Ну, тоже мне план, конечно. Ничего нового придумать не смог. Я такие штуки с переодеванием уже проделывал и не раз. Ну, да как, я не понял. Ты согласен мне помочь? Да где наша не пропадала? Да и как не помочь своему учителю? Давай костюм. Держи костюм. Удачи тебе. Будь спокоен. А, кстати, Сева же неплохой комбез. Балаклый. Ты? Да я вижу, вижу. Нормально. Да. Нормально. Хорошо. Блин, ну мы его все равно куда-нибудь отдадим. У меня, в принципе, есть комбез, мне лишний не нужен. Хотя, если его прокачать, в принципе, ну фиг знает, ладно. Хорошо, я тут сохранюсь. А, пить он не хочет, да? Фляга полная, ну все хорошо. А, вот, пузырек мне сейчас продаст энергетики тогда. Они мне нужны. Я их как ненормально буду жрать. Выпивать, точнее. Все, 360 рублей, нифига себе. Не, арты надо было ему продать. Ну, что я уж сделаю, если уж продал. Ну ладно, пусть у Сали лежат. Так, я сейчас хочу наведаться, я не знаю, по заданию, не по заданию, но все равно мне потуда. Хочу наведаться в восточный туннель. Если что, потом уж как-нибудь до бункера доберемся. Почему именно восточный туннель? Потому что... Есть у меня, в принципе, догадка, что сейчас откроется новый квест. Это же Клава контролерша сказала, типа, принеси мне медальон и будет разговор. Ну, фиг знает. Может, конечно, это по сюжету все придет, но вдруг... Сейчас попробуем ей медальон отдать. Но нет, сюда нет. Уйдем в бункер. Нам по пути. Сейчас добежим по-быстренькому тут. Фиг его, конечно, знает. Ну, скорее всего, я зря сюда пришел, но попробовать стоит. Да, вот они сидят с кровососами. А, не.
Блин, а медальон-то у меня же есть. Ну, видимо, по заданию. Когда скрипт сработает, тогда и надо сюда будет приходить. Ну, ладно. Ничего страшного нет. Тогда сейчас направляемся в сторону научного бункера. А там, ну, видимо, придется украсть прибор. Хотя я бы положить всех не против был. Так, в сторону научного бункера. Ну, у меня, в принципе, стрелочка ведет. Я по ней пойду сейчас. Сейвик. Ой. Я же забыл, что надо этот... с детектором бегать. Кстати, ну ладно, не пойду. Хотя, возможно, в карьере появились новые арты. Ладно, ничего страшного нет. Так, ну мимо зомби тоже пробегаем. Чё на них время тратить? Чё тратить время и патроны? Хотя патроны даже и не проблема. Больше время. Так, не вижу я, есть ли в роще артефакты. Ну, мне кажется, нет. Так уж не вижу. Вряд ли. Ладно, тут уже не... мы до бункера почти добежали. Скоро уже надо комбинезон будет одеть. Чтоб нас... У меня все арты, блин, слетят. Но у меня других нет. Все тупо поставлю, и no problem, как говорится. Давайте уже поставим. Ой. Напали на меня, но я не буду с ними воевать. Хотя, наверное, придется. Блин, такая местность тут, если честно. Контингент такой. Да, вот так вот как-то. У нас даже перегруз впервые за всю игру. Я, наверное, даже сейчас этот Геркулес выпью. Пришло его время. Погнали. Так, они мне сейчас, по идее... Ты чё, с Геркулесом даже устаешь? И этим самым? Нормально. Ну-ка, тут два места есть. Я вот так вот сделаю. О, все, отлично. Не понял я. А чё у меня сшить-то стали? Я комбеску для чего одел? Странно. Ну ладно, сейчас положу, попробую все. Ой, убивают. Блин, с двух сторон шьют, видели, а? Блин, а аптечки мы забыли у аспиранта купить. Ну ладно, будет еще. Не пойму, почему они вот так вот ко мне относятся, мрази. Я ж костюм одел. Ну понятно все с этим, но это дебилизм полный. Просто атаковали меня. Несмотря на то, что я переодет полностью. А смысл переодеваться-то вообще есть? Ну хорошо, сейчас я не знаю. Но никак не крути в меня, атаковать начну, так что придется мне как-то отсюда стрелять. Они, кстати, вроде и не агрят, или агрят. Они вот если издалека шить, они особо и не агрятся вроде. Так, вот там еще мразь одна. Ну, до нее еще дойти надо. Ну все, уже меньше стволов меня шить будет, так что можно уж выходить. Так, ну мы там, если что, сохранились, так что на F5 можно. Так, не, удавим. Уведомление пришло. Трансляция у любимого блогера началась. А, вот ты такой, смотри, какой наглый. Эти еще мрази, наверное. А, мы его ранили. Хорошо. Ага, а тем... Ага, это только охрана мне так, да?
А ученые это сами мне нейтральны, это только охрана так себя ведет. Так, тут еще. Или это что там подраненный? А нет, не подраненный. Задание обновлено, проникнуть в бункер ученых. А, во. Так и должно было быть. Ну все хорошо. Сейф. Сейчас я по-быстренькому только насобираю себе патроны назад. Еще несколько трупов осмотрю. Блин, патрон-то забыл взять. Перегруз у нас, конечно, ненужный. Но сейчас от него избавимся. Актирады возьмем. Пригодятся. Используем часто. Все. Свыкину ненужные. И попробуем. Пока все нормально, наверное, даже надо на такое сохранение-то сохраниться. Ладно, пошли. Федька говорит, ты кто такой? Что тебе здесь нужно? Я ученый, помощник профессора Храпова. Принес образцы аномальных растений для доктора Штерна. Вали отсюда, профессора Штерна нет в бункере. Ничего страшного, я только оставлю контейнер с образцами и тут же свалю, как вы и просили. Так, посмотри в камеру. Ничего не видно. Один скафандр. Ладно, давай по-быстрому и не вздумай тут пушкой махать. Не выстрел этот труп. Да не переживайте так, я все сделаю быстро и молча. Все есть такое дело. Ну что ж. Как батька Шерхан нас учил. А что, можно все украсть? А я все взял. А, вот я лоханулся, типа. Ну-ка, если их всех убить, они мне не нравятся. Если на самом деле шум поднять, что будет? Так, и если ты возьмешь свой ящик и уйдешь, ничего плохого не будет. А если еще один взять? Просто мне хочется... Ну, сейчас проверим. Стреляться просто хочется. Ну да, нам он говорил, что придется постреляться, если лоханемся. Но я сам этого хочу. Что все нормально. Сейчас посмотрим, как они нас положат. То грозились, убьем. Все. Let's go обратно. Убили всех. Нет другов. Ой, не то взял. Так, задание же сохранилось, да? Отнести прибор. Не знаю, что еще со вторым делать. Может, второй-то просто выбросить можно, нет? Нет. 6 кг весит. Да ты что? Перегружен. Ну это так сделаем.
Ну, вроде я всех посмотрел. Ладно. Че, только одно оружие, что ли? Нифига себе. СВД. А больше не видно, ладно. Что у нас? Радиация. Пить хотим. На Геркулесе добежим, чтоб беспроблемно это все было. Что ж, по-быстренькому сейчас текаем отсюда на базу. Ну, интересное задание, в принципе. Но также я мог и отказаться, и это не первое задание. Что если интересно было бы, если бы я отказался, все равно как-то его заставили меня выполнять, или... Ай, как я задрала вот это. Вот спамся, спамся, я близко даже с тобой сражаться не буду. Я достали уже, потому что... Каждый раз спавнится, как будто мне делать больше нечего, как вас убивать. Давай, что ты такой этот самый? Ну, в принципе, у нас такой вес. Я надеюсь, мы сможем лишний прибор скинуть. Ну, я не знаю, но у меня такая натура. Раз лежит, чё бы не взять. Тем более за бесплатно. Ну, если ты уже на дело пошел, так бери все, что влезет пока. Ну и все. Я всегда так делал. Ладно. Уже лишнего говорю. Так, ну что ж, посмотрим сейчас, что нам дадут за это. Чё тебе, братан? Медицинская помощь нужна. Да ты чё, шутишь, что ли, надо мной? Приветули, учитель. Сождался, наверное. У меня для тебя новости. Ну давай, не томи, рассказывай, что там у тебя. Ой, ладно, какие мы нетерпимые. Вот, получите. Ай, спасибо. Ай, молодца. Наука перед тобой в неоплатном долгу, но все же держи денежку. А еще ничего интересного в бункере не попадалось? А ты откуда знаешь? Не удержался и умыкнул у ботанов еще один приборчик. Тоже точно в таком же кейсе, но маркировка другая. УСВЛ-34. Ох и шухер там поднялся из-за него. Еле ноги унес. Да по твоей хитрой морде догадался, что ты хапанул все, что плохо лежало. Ну да че нет? Я тоже могу купить у тебя прибор. Тебе продать? Ну давай попробуем, сколько сможешь дать за прибор. Даю 20 тысяч, устраивает? Да, конечно. Мне он не нужен. Ну вот и славненько. Все, переговорить с Клавой... О, все, переговорить с Клавой контролершей. Я сказал, этот квест появится. Так, я у него сейчас аптечки куплю. А, подожди, а чего у меня так много аптечек? Я же жрал как ненормальный. Что-то не знаю, аптечки-то у меня есть, оказывается. Ладно. Тогда сейчас пузырьку ненужные, ненужности всякие попродаем. По твоей хитрой морде вижу. Блин, так от фразы не спешил. Ладно. О, 20 гранат уже набралось. Ну и все, да? Я только гранаты хотел слить. А, вот Себу. Ну блин, хорошая вещь. Ну, я, наверное, продам ее. Мне все устраивает. Если что, она 30-ку стоит, я ее куплю. Или 50, ну ладно, неважно. У меня нормально все со снаряжением, я не жалуюсь. Все, let's go. А, хотя сейчас, наверное, попьем. И еще воды купим. Все. Так, засейвимся сейчас. И let's go. До Клавы контролерши.
Что у нас там с весом? Ну, нормально все с весом, естественно. Кейс отдали, костюм этот Сева 10 кг весит, тоже отдали. Зачем мне Сева, если у меня вот этот килограмм всего весит? Комбинезон. Тут 10 раз больше, считай. Не, так все устраивает. Только детектор надо достать, чтобы аномалии не попадать. Так, а теперь да. Теперь уже задание официально появилось. Я говорю, с ней поговорить надо будет. Что было? Вроде бы аномалии не попадал. Ну ладно. Беги стал. О, это что, уже так погода портится? Нифига себе. Ну, у меня, в принципе, ПНВ есть. Но оно не такое хорошее. Но оно хоть и есть. Он недавно еще у нас ПНВ даже не было. А, там выброс сейчас начнется. Ну ладно, мне до выброса вообще плевать. Я в такую нору глубокую сейчас залезу. Тут никакой выброс не возьмет. Через эти железобетонные стены. Да все, я в убежище. Так, зачем пожаловал? Здорово, давненько не встречались. А Лена где? Здесь, на Юпитере? Что вдруг за срочность? Зачем тебе Лена? Соскучился? Даже если на Юпитере, то тебе какое до этого дело? Если что нужно, то говори мне, я передам. Ладно, не хочешь говорить, не надо. Помнишь наш разговор про отца Лены? Про медальон, про родинку? Так вот, теперь у меня есть доказательства. Смотри сюда, это ее? Да, он самый. Если хочешь, то я могу ей передать. В любом случае, я чаще ее вижу, чем ты. Передать? Ну ладно, держи. И расскажи все, что я тебе говорил про ее отца, и передай, что найти его можно в секторе бар в штабе Альянса. А мне пора. Давай. Может, и свидимся еще. Тем, кто меня слышит, ну все. Сейчас немножко с кровососами посидим. Выброс кончится, и пока что у нас задание только одно. Переждать выброс. Какие мрази сидят, если честно. Ну это не мрази, это просто мутировавшие. А, все, переговори с Дмитрием, это в баре. Нафиг он мне нужен. Ну ладно. Так, как выбираться-то отсюда будем? Как выбираться-то будем, я уже забыл. А, тут телепорт есть. Он прямиком в бар телепортирует, все. Это что, сейчас через наемников бежать лучше? А, хотя что, я вот так пробегу. Жалко, как тут в Зои Припяти не было. В аномалиях сканеров было тоже, наверное, интересно было. Я проставил, если бы задание, например, ученых можно было какой-нибудь взять, типа сканер ставить, так смотришь, как, например, выброс пережидаешь, смотришь, есть ли там артефакты в аномалиях, нет. Если есть, то сбегать можно. Ну что ж, пока что ждем выброс и побежим сейчас в бар. А что нам Дмитрий-то зачем нам нужен? Как хрен на ужин? Не сказано, только задание переговорить с Дмитрием. А зачем переговорить мы с ним? Фиг его знает. Ну ладно, переговорим. Мы, кстати, еще в Припяти даже не были. А тут Припять такая большая, если честно. Да, еще в Припять пойдем. О, нифига себе, тут еще и радар есть. Я забыл даже. Ну-ка, какие тут локации-то есть? Так, ну в Рыжем лесу в Лиманске мы были, осталось Припять, радар и армейские склады, все. А, еще лощина есть. Нифига себе, а. Ну мод не короткий, это понятно. Так, все, выбор скончился. Сейвимся и идем дальше. Ворона сдохла, а? Блин, баг. А так-то вот интересно в Зове Припяти сделано, что вороны дохнут после выброса. Это интересно есть. О, ну он кончился, ну просто что-то еще не до конца это самое. Так, нам надо немножко в ту сторону, там где-то по прямой совсем телепорт будет. Сразу детектор достану.
Идем в бар. Зомби я не буду с ними связываться. Нафиг они нужны. Время тратить на них. Останавливаться, оружие доставать, стрелять, потом снова детектор доставать. Но все-таки придется. Хорошо, что хоть он на меня не попал ни разу. Ну, уже за компанию. Все. Внимание, химические осадки закончились. А, еще химические осадки были. Нифига себе. Так, ну все, мы уже пришли. Осталось детектор достать. Все. Сейчас нас перекинет в бар. Оттуда мы уже узнаем, что делать дальше. Смотри, я денег тебе говоришь, а ты знаешь, что я передумал? Наше соглашение расторгнуто. Вы все мне больше не нужны. У тебя 15 секунд, чтобы убраться с Янова. Пристрелил бы тебя прямо здесь, на твоей мозге от стену, отмывать некому, и банде своей привет передашь на том свете. Седой. А мы уж Седова-то убили уже. Это, видимо, если бы мы все-таки остались работать на Седова, не помогли Дегтяреву, тогда вот он с нами так бы поступил. Но мы его убили уже, так что это, видимо, цитатка из сюжетной ветки, по которой мы не пошли. Так, срочно переговорить с Иваном. А зачем с Иваном-то? С Дмитрием же. Ну ладно, что от нас хотят. Посмотрим сейчас. Пока на F5, потом надо будет на большой сейф засейвиться. Кстати, сколько у нас уже денег? О, уже 127к. Ну, мне пока ничего не нужно, у меня все, я в достатке. Ну, а так, конечно, да. Так, что тебе надо? Здорово, что-то ты хмурый. Да будешь тут весел, когда на базе неприятное событие произошло. Убийство. Убийство на территории бара? Да, как не прискорбно признать, прямо здесь, на территории базы. Послушай, поскольку тебя во время убийства на базе не было, ты вне подозрений, но при этом ты можешь мне помочь с расследованием. Ух, прямо от сердца отлегло. Я, значит, не коварный убийца. Знаешь, сейчас не очень смешно было. А как насчет помочь? Ну давай попробую. Вот отлично. А то я уже всю голову сломал с этим делом. Эва, как ты обрадовался. Не торопись, я же говорю, попробуй. Я пока ничего не гарантировал. Да я в полном тупике оказался, и любая помощь не лишней будет. Итак, с чего начать? Так, убитый сталкер по имени Григорий, прозвище Степной, из бандитов, вступил в альянс примерно 2 месяца назад, ну как и я. В зоне около года, числится в 3-м отряде штурмовиком, вернее уже числился. Как и где убили? Убили 2 дня назад, тело нашли в закутке справа от входа в бар Сторинген, примерно в 7:50. Почти все, кто находился в баре в тот момент, услышали вскрик и падение тела. Пока выбежали, Степной был уже мертв. Первым к телу подбежал Хован, затем Руслан, Савали и другие, но это из бара все. Хован и другие не видели никого возле тела. Место убийства можешь сам осмотреть. Там вроде ничего примечательного нет. До момента убийства сидел в баре и ни с кем, кроме Савали и Опа, Лева не общался. Примерно в 7:45, по словам Савали, вышел из бара. В 7:55 мне сообщили об убийстве, и в 7:57, по моему приказу, подняли тревогу с местом сбора возле штаба. Интересно, что по опросам свидетели не видели, как кто-либо двигался от бара сразу после 7:50. Чем убит? Ножом? Да, убрали ножом, нанеся удар такой силы, что лезвие ножа сломалось почти у рукояти. Лезвие осталось в ране, а рукоять убийца унес с собой. Лезвие от самого обычного армейского боевого ножа. Но невысокого качества, видимо, недорогая гражданская копия. По поводу тела переговори с медиком, все же вскрытие провести нет возможности, но тело внимательно осмотрели. Подозреваемые есть? Да, аж 4.
Поскольку мы практически точно знаем время убийства, то опросив всех, кто был на базе в это время, мы определили 4 человек, алиби которых подтвердить не удается, хотя все они уверяют, что они не были на месте убийства в момент его совершения. Ну, понятно. Это Федор Косой, Павел Сказочник, Евгений Опалев и Сергей Холодец. Что там с алиби Федора Косова? Федор Косой утверждает, что в день убийства в 7:55 прибыл из очередного рейда на базу, переоделся, поел и завалился спать в вагончике, что рядом со штабом по пути к технику. Но никто не видел его примерно с 7:30 до 7, до 8, можно сказать, пока он не явился на место сбора по тревоге. Понятно, что там с алиби Павла Сказочника, тоже сказку рассказал? Сказка или нет, непонятно. Утверждает, что сидел на вышке с 7:45 и любовался закатом. Естественно, никто подтвердить не может, но и не факт, что это ложь. В любом случае, его видели в 7:35, проверенные сталкеры, когда он зашел к ним на огонек рассказать пару свежих анекдотов. В 8 явился по тревоге. Что с алиби от этого Опалева? Тут дело такое, он вышел из бара в 7:50, а в 7:53 прибыл на дежурство на южный блокпост. В принципе, он мог быть на месте преступления в 7:50 и явиться вовремя на службу. Момент тревоги был на посту. Ага, а еще один. В день убийства он сменился с дежурства на северном блокпосту в 7:03. Около 7:30, по словам медика, явился к нему с жалобой на головокружение. Получил ответ, что ничего страшного нет, после смены отдохнет и все придет в норму. А если симптомы повторятся, то пусть обращается снова. От медика ушел в 7:42, по его словам, он пошел отсыпаться, а в 7:58 был на месте сбора. Между 7:42 и 7:58 его никто не видел. К тому же двое из них точно имеют мотив. Федор Косой и Евгений Опалев. Так, что за мотивы, откуда об этом известно? Да, это всем известно, что убитый Григорий Степной должен был приличную сумму Евгению Опалеву и долгое время не возвращал, в результате чего между ними часто возникали словесные перепалки, чуть не до мордобоя. Мотив в наличии, но вот насколько существенный? А что с Косым? Ну, история такая. Федор Косой из вольных сталкеров, а Григорий Степной из бандитов. У Федора был близкий друг, который погиб с группой других сталкеров, когда они попали в засаду у Лиманска. Неделю назад, во время одной из пьянок в баре, Косой услышал, что Григорий Степной участвует в одном разбое с своей группой у моста в Лиманске. Федор поинтересовался, когда это было. Григорий Степной что-то с издевкой ответил. Короче, слово за слово завязалась драка, и их кое-как растащили. С того момента они старались друг друга избегать. Как видишь, мотив для мести есть, но улик маловато. С другой стороны, Григорий человек был, так сказать, сложный. Вполне найдутся еще 5-10 человек, которые могли желать ему смерти. Понятно. Значит, осмотрю место преступления еще раз, опрошу медика и свидетелей в баре, затем подозреваемых. Подумаю, как сложить этот пазл. Так, подозреваемые здесь, на базе, их пока приказано за пределы не выпускать. Сали, как всегда, в баре, медик у себя и не особо. Как бы убийца не вздумал бежать. Понятно, я пошел, займусь расследованием. Это интересно, подозреваемого убили или вообще какой-то левый человек? Ну блин, я даже читать устал. Так, этому мы ничего не хотим сказать механику. А, вот двойник механика там где-то ходит, надо запомнить, как он выглядит. Ну, конечно, такая морда. Блин, 7 часов вечера, надо поспать, наверное. До утра, а потом уж там расследование проводить или еще, или ладно. Нормально. Как раз таки в преддверии вечера, так сказать. Блин, тоже себе на голову взяли, надо было послать этого Ивана. Ну ладно, может хоть авторитет у нас возрастет. Так, ну это за баром, наверное. Ну посмотрим сейчас что. Так, еще надо с Дмитрием поговорить. Так, он если... А, немножко не туда, он здесь, если я не ошибаюсь. Ты же Дмитрий, да? А, это Влад. А Дмитрий кто? А кто Дмитрий, я не знаю. Это в баре какой-то чувак, видимо. Ладно. Ну да, я так и подумал, за баром убили. О, даже кровь осталась. 3 окурка. Переговорить с Хованом.
А чё мы нашли-то такое? Три окурка, блин. Окурки примерно двухдневные одной марки. Скурены практически полностью. Забычкованы однотипно. Ничего примечательного, возможно, и курил убийца. Блин. Что надо такое задание придумать? Но оно интересное. Так, больше ничего там интересного нет. Ладно, сейчас засейвлюсь тут. Засейвлюсь. Как там правильно это будет. И пойдем опрашивать подозреваемых. Так, ты Дмитрий, нет? Нет, Хован. На убийцу дофиг его знает всех. Да хоть кто может убить. Здорово, послушай, я тут осматриваюсь на месте убийства по поручению Ивана. Говорят, ты первый прибежал на крик. Да, я был ближе всего к выходу и к месту прибежал первым. Сколько времени прошло между криком и тем моментом, как ты прибежал к мосту? Я быстро среагировал, секунд 10-15, я был на месте. Ты видел кого-то, кто шел или бежал оттуда? Нет, никого конкретно не заметил. Но? Но краем глаза видел, что кто-то скользнул слева к выходу. И ты не погнался за ним? Да как я не знал, что произошло? Вот а как... такое знает кто? Ты че, урод, что ли? Привезли как-то одного ищего в зону, показать что да как. Некоторые вещи его удивили, некоторые возмутили, а некоторые вещи у него украли. Да, точно убийца, ладно. Я же не знал, что еще убийство произошло, а как обнаружил тело и понял, что его убили, сразу рванул в сторону выхода, но было поздно. Что было на месте убийства? Да что, тело Степного лежало на спине, колено подогнуто. Я пульс мерить, а пульса то нет и нет, и не дышит уже. Только лужа крови под ним. В полутьме не сразу разглядел и вымолзался весь. Окурки рядом заметил? Нет, внимания не обратил. Хотя запах табачного дыма вроде был. Спасибо, если вспомнишь, что... найди меня или Ивана. Или говорится, Али. А Дмитрий-то здесь где-то? А, Дмитрий это какой-то вот этот. Сейчас узнаем еще, что нам по сюжету от нас требует. Дмитрий, проверенный. Зачем звал? Выгодное дельце наклюнулось или просто так поболтать о скуке? И да, и нет. Особо срочных дел на данный момент не предвидится, но есть интересные мысли. Я вот все думаю, ну зачем отряды его сознания пытались взять штурмом Лиманск? Поверить то, что это остатки разбитых отрядов пытались прорваться? Ну бред. Куда? Зачем? Ну, взяли бы они город, а дальше что? Нет, тут что-то явно не так. Да не забивай голову, выпей водки. Да, кстати, когда я путешествовал по Рыжему лесу, то встретил там Лену, контрабандистку. Что она там делала, неизвестно, но сказала, что важный заказ у нее. А вот это да, знакомая личность. Сашка много рассказывал о ней. Лена по мелочам работает. Одна только история с поставками снаряжения Альянсу в Припяти чего стоит. У нее был явный интерес к Рыжему лесу. Да, знаешь еще что? Встретил я ее в компании агентов осознания, и держали они ее в заложниках. Значит, им что-то надо было от нее. А вот что именно? Ну, ты прав, интерес у нее там был. Попахивает крупным кушем. Вот и говорю, что в этой истории есть, чего мы не знаем. Что надо было его сознанию в Лиманске? Ведь шли они целенаправленно. Шли на наши блокпосты военных. Военных и монолитов, возможно. Возможно, им было нужно что-то именно в той части города. Что-то или кто-то. А может и то, и другое. Фиг его знает. Не хочешь пойти поболтать с военными или монолитовцами? Может, они что интересное заметили? А знаешь что? Твоя идея, ты разрабатывай, а я пока схожу к Ивану. Попробуй убедить его, что нападение на Лиманск имело какие-то другие цели. Пусть он свяжется с нашими людьми там и предупредит, чтобы сильно не расслаблялись и были готовы к дальнейшим возможным сюрпризам. Ну чё, ладно уж. Договорились. Блин, опять в Лиманск идти, да? Да пошли они все. Да, шикалы, конечно, товарищи. мод не короткий. Ни в Припяти еще, ни на радаре не были, ни на армейских складах. А еще столько заданий впереди. Проходящие помимо этих локаций. Вон туда и смотри под ноги. Ну не шелести мне в наушник. Может звук потише сделать? Так, я тут расследую убийство, что произошло рядом с баром, и у меня к тебе есть несколько вопросов. Ну что ж, спрашивай. Вспомни, в день убийства, когда в бар пришел Степной, был один? Да, и это было несколько странно. В смысле?
Но в течение последних 2 недель он регулярно заходил в бар с несколькими приятелями и устраивал попойку, причем заранее заказывал у меня выпивку, чтобы холодная водка, видишь ли, была. Ну и как часто? Практически каждый 3-й день они пили, а тут с утра заказал, чтобы я водку в холодильник заранее поставил, а сам пришел один. Буркнул, что сегодня все отменяется, взял только стопку и закуску и встал за дальний угловой столик. И что дальше было? Да что, долго тут хмурый торчал. То на водку смотрел, то в КПК пялился. Потом выпил, закусил, опять в КПК пялится. Скорее опалив, подошел и заказал ужин. Он всегда перед сменой ужинать заходит. Забрал заказ и встал рядом со Степным. Ну и что, дальше они разговаривали? Ты слышал о чем-то? Да, Палев ел и о чем-то говорил со Степным, о чем конкретно не знаю, не прислушивалась. То есть говорили спокойно, без повышенных тонов? Да, тихо беседовали, не как обычно, с матюками и угрозами. Понятно, а дальше что было? В какой-то момент Степной вспомнил про КПК, глянул в него, засуетился и собрался к выходу. Это было примерно в 7:45. А Палев доел и тоже сразу пошел к выходу, примерно через минуту после Степного. Так ты точно запомнила время. Меня должны были вот-вот подменить, я не могла уже дождаться, когда там ногам отдых. Знаешь, как тяжело весь день за стойкой торчать. Да, понимаю, но пути отдыхать не получилось? Не получилось. Примерно в 7:50 на улице раздался вскрик и глухой звук. Хован, я и другие, кто был в баре на тот момент, выбежали на улицу. В закутке за баром и нашли тело Степного. Через минуту подтянулись те, кто был в ангаре напротив бара. Хован было побежал к выходу, но вскоре вернулся и сказал, что никого не смог поймать. Степной был уже мертв. Да, на тот момент, как подбежали, был мертв. Я сразу послала за медиком и доложить Ивану. А Хован всех отстранил от места убийства со словами: «Не топчитесь тут много крови, все улики затопчите». Понятно. Тело забрал медик? Да, через некоторое время раздалась тревога, потом все обшаривали, а к месту преступления прибыл Иван. Все внимательно оглядел и сказал медику забрать тело на осмотр. Куримом там пахло? Вроде нет, и я не почувствовал, когда... Хотя зачем там курить? Все равно в баре курят, сколько я не выгоняла курить на улицу, да так и не смогла победить эту привычку. Спасибо. Фу, я уже устал читать, если честно, я поиграть хотел. Ой. Опросить свидетеля Влада. Ага. Так, ну ладно. Что засейвилось? Ночь полный сталкер. Какими судьбами? Здравствуй, Влад. Я веду расследование убийства Степного. Расскажи мне о том, что слышал или видел, начиная примерно с 7:45. Опять читать. Дай-ка подумать. Так, примерно в это время действительно за стеной о чем-то говорили. Затем разговор перешел на повышенные тона. Послышался крик и звук, как будто мешок картошки на пол опустили. Мы сначала переглянулись, потом Маруся спросила, что это сейчас было. Я ответил, что не знаю, нужно пойти проверить, что там за стеной творится. Мы побежали туда. А навстречу Хован вылетает и кричит: «Где он? Куда побежал?» А мы понять не можем, кого он ищет, только рукой махнули. Зашли в закуток, а там уже собрался народ из бара. И тело Степного на плитах лежит. То есть никого, кто выбегал из бара, сразу после крика его не видели. Конечно, уже стемнело, но никого мы не видели, а навстречу нам только Хован и попался. А до этого видели тех, кто в сторону бара шел? Нет. Не присматривались, а мимо нас только Опалев прошел в бар, примерно в 7:25. Разговор не слышал? Нет, сначала говорили в полголоса, ничего не разобрать, затем один начал кричать типа «Ах ты!», потом вскрик и глухой звук. Так что ничего конкретного я не слышал, хотя ближе всех был. Хорошо, спасибо, вспомнишь еще что? Скажи мне или Ивану. А мне самое время опросить вынужденного патологоанатома. Сознание обновлено, переговорить с Еленой. А, она же это самая, она же доктор. Ну не она, а там другая Елена есть. Их тут много, оказывается. Так, она... Во-во. Ты в прошлый раз к ней еле попал. Так, патологоанатом.
глазки построить. Так, здравствуй, я по поручению Ивана расследую убийство Степнова. Понятно, значит, ты за результатами осмотра тела. Да, удалось что обнаружить? В общем-то, немного. Полноценное вскрытие не провести, а внешний осмотр дает не так много информации. Итак, смерть наступила примерно в 7:53 от ножевого ранения в левую подгрудную область между 7-м и 8-м ребром. Удар был очень сильным и точным, нанесенный под углом снизу вверх. Убийца не только попал в незащищенную бронежилетом часть тела, но и между ребрами. Лезвие ножа пробило левое легкое и достигло сердца. Судя по всему, что лезвие ножа осталось в раневом канале. Убийца по завершению удара сделал движение рукоятью вниз. Это значительно увеличило раневой канал и нанесло еще больше травмы внутренним органам, сердцу и легкому. Но и лезвие ножа сломалось. Несмотря на рану, сердце некоторое время продолжало сокращаться, выталкивая кровь в сердечную полость. Легкое и наружу через рану. В таком случае пульс на запястье практически не ощутим, поэтому сталкеры сделали преждевременное заключение о смерти на основании отсутствия пульса. Но при своевременном хирургическом вмешательстве убитого можно было спасти. Ну, я не знаю. Я бы так не сказал. Ну, хирурги, может, и спасли бы, фиг его знает. Рассуждение о своевременной операции в условиях зоны, вот я про это же, это несколько странно, но твое заключение наводит на мысли. Где обломок лезвия и не было ли других личных вещей? Лезвие я уже отдала Ивана, а еще в одежде убитого был запороленный КПК, снаряженные магазины, антирадиационные препараты и детектор аномальных полей. КПК, отлично, я заберу его. Ладно, есть еще вопросы? Да, в день убийства к тебе заходил Сергей Холодец. На что жаловался, когда ушел? Я не буду ссылаться на врачебную тайну, поскольку дело касается убийства. Да и обращение было не по серьезной проблеме. Он пришел ко мне с жалобой на головокружение и слабость. Проведя небольшой осмотр, я посоветовал ему не беспокоиться с учетом того, что он пришел после дежурства, это вполне нормально. Подобные симптомы наблюдаются часто, это просто переутомление. Стоит отдохнуть, и все придет в норму. Узнала, как у него со сном, он ответил, что в порядке. А это не странно, что он пришел с пустяковой жалобой? Нет, здесь в зоне через некоторое время многие начинают параноить. Многие мерещатся, что шерсть растет. Думают, что в мутанта превращается. То необъяснимые провалы в памяти, боятся, что контролер разумом завладел. Некоторые начинают рьяно заботиться о здоровье, как будто их не пуля или аномалия найдет, а обычное заболевание. Но мне даже интересно, я на этом фоне наблюдаю за психологическими аспектами поведения людей и, конечно, веду записи в картах пациентов. Да, а что по обращению Холодца было записано? Время там записано? То, что я уже сказала, и записано. Дата и время, конечно, зафиксировано. Так, ну вот дата и время 7:42. Это время записи в карте, я ее сделала сразу по завершению осмотра. Осмотр длился минут 10-12, значит, пришел он примерно в 7:30. А ты время по КПК вписываешь? Да, обычно по своему КПК, только вроде, когда я время спросила, у Холодца свой КПК не смогла быстро найти. Потом нашла, он в ящик стола завалился. Ну ладно, спасибо. Переговорить с Тимом. Блин, мне со всеми надо, что ли? Переговаривать. Я устал, если честно, уже. Ну, Тим это механик. Ой, не механик, как это? Техник. Мы его знаем, у него леопард еще там какой-то живет. Да-да-да. Ох ты, батюшки, кого я вижу? Сломалось что-то? Нет, не сломалось. Здравствуй, мне для расследования убийства нужно КПК взломать. А, наслышан, наслышан. Что же, сейчас посмотрим. И сколько это у тебя времени займет? Ха, да тут просто, стандартный пароль даже не поменяли. Вот, держи, все просто. Ага, надо же меня, спасибо. Надо же меня, надо же, спасибо, сколько с меня? Такая мелочь за бесплатно. Если что-то серьезное будет, то уже по стандартным расценкам обращайся. Ну ладно, спасибо. Так, ну все, можно засейвиться и посмотреть, что мы там это самое. Где я капка-то?
Переговорить с Федором Косым. А, вот капкан. Капкан. Ой, слетела мышка. КПК содержит несколько фотографий, снятых на встроенную камеру. На фото запечатлен человек, к сожалению, из-за низкого качества снимков лица разглядеть невозможно. Кладет какой-то предмет в дупло кривого дерева. Место съемки напоминает пустырь к северу от базы, а также сохраненные текстовые сообщения. Первое. У меня есть отличные снимки того, чем ты занимаешься на пустыре каждый третий день. Это очень похоже на слив информации о нас, о сознанию. К счастью для тебя, мне нужны деньги, а значит, у тебя есть возможность договориться. Второе. Что там с деньгами? Третье. Сегодня в 7:40 у бара. Все, понял. Ну, хоть поняли уже, как это все происходило. Так надо дупла этого сбегать какого-то там. Ладно, пока что у нас опросить подозреваемого Косова. Блин, там этих подозреваемых-то миллиард. Я что, всех опрашивать буду бегать? Где он сидит-то еще? Где-то рядом с медичкой. Ой, не туда пошел, что... А, нет, вот. Проход есть. Так, он в загоне тут сидит, отдыхает. Так, это кто у нас? Косой. Приветствую, я по поручению Ивана занимаюсь расследованием убийства Григория Степнова. У меня к тебе есть несколько вопросов. Задавай, мне скрывать нечего. Вспомни, что ты делал в день убийства в промежутке между 7 и 8. Так, сейчас. Я только сменился с дежурства на северном блокпосту. Устал как черт, пошел мимо костра под навесом. Там поздоровался с проверенными сталкерами. Далее прошел через мост возле штаба, возле костра, где сидят летчики. Стал готовить себе ужин, открыл консервы, нарезал хлеба, того, сего, поел, попрощался и забрался в вагончик. Там расстелил спальный мешок и лег спать, но вскоре меня разбудил сигнал тревоги. Я поднялся и выбежал на площадку перед штабом, там и узнал об убийстве. Значит, ты примерно 7:30 попрощался с летчиками? Я так понимаю. Я на время особо не смотрел, раз они сказали, что в 7:30, значит, так оно и было. И получается, что до 7, до 8 почти, практически, ты, когда ты прибыл по тревоге, тебя никто не видел. Получается так. Пока для тебя не очень хорошо получается. Тебя никто не видел довольно продолжительное время. Как раз в это время и убили Степнова. Да, ко всему прочему, у тебя мотив имеется. Что за история с засадой в районе Лиманска? Да, обычная история для зоны. Пару лет назад мой товарищ Петька Кротик. Кортик. Кротик, блин. Попал со своей группой в бандитскую засаду в районе Лиманска. Несколько человек в перестрелке погибли, в том числе и Петя. А неделю назад я в баре услышал, как этот козел Степной в подпитии хвастался, как он под Лиманском воевал со сталкерами и из двух рук по-македонски палил направо и налево. Я, конечно, не стерпел, схватил его за грудки и спрашиваю, когда это было? А он мне отвечает, когда было, тогда и всплыло, а тебе-то чего? Я отвечаю ему, а то, что мои друзья погибли, вот чего. Ну и дал ему в морду. Тут потасовка и началась, нас разняли, да только правды я так и не узнал. Врал он или правду говорил, что был в той заварухе. Когда Петя погиб, или он совсем другой отряд напал, или вовсе в кустах отсиделся. Ну да зона ему судья, друга уже не вернуть. Ну да, печальная история. Так вот, думай что хочешь, но мне руки марать о Степнова не пришлось, кто-то другой постарался. Кстати, интересно, ты в зоне был сталкером, а кем ты был до этого? А в зоне как-то не принято интересоваться прошлым. Ну ладно, скажу. Я секрета не таю. Я был связистом, а до этого работал программистом в одной конторе. Ну что ж, свидимся еще. Ну что ж, Шерлок Холмс. Идем. Со сказочником поговорим. Но, блин, а ты у меня уже горло заболело читать. А сказочник это в комедизоне свободно. Ну, мы, в принципе, тоже. И шлем у нас такой же. Или это военная униформа? Фиг его знает.
Здорово, мэн. Не, он сказочники свободы. Ну, по крайней мере, симпатизировал им. Привет, я занимаюсь расследованием убийства Степнова. Ты уже, наверное, в курсе и понимаешь, зачем я к тебе пришел. Ага, значит, ты по адресу пришел. Я тоже себя во многом подозреваю. Например, в том, что у себя деньги приворовывают. Только 2 дня назад за партию хабара получил, а уже кончились. Ума не приложу, когда стырил. Может, во сне. Ну вот, значит, я не ошибся. А хочешь, я тебе свой мотив про Степнова скажу? Что, вот так сразу? Хорошо, говори. Очень интересно, что за сказку ты придумал. Ха-ха, он же сказочник. Он сейчас прикалываться начнет. Чего тянуть? И не сказку вовсе, а самую, что ни на есть, быль. Девушку любимую он у меня увел, Марусю. С месяц назад она неожиданно отдала мне отворот-поворот после полугода встреч под луной. А через несколько дней после разрыва я увидел ее в компании Степнова. Вот такой вот поворот. Так что, как говорится, такую личную неприязнь испытываю к Степному, что даже кушать не могу. Ага, сказочка интересная, только ты мне Горбатого не лепи. Я ни за что не поверю в эту историю и твой мотив. Ну ты даешь, это же классика. Шерляфам, короче, какой-то там. Шерляфам. И что такого сказочного в этой истории? Из-за моего чувства юмора мне часто не верят, подстраховываются, даже когда я серьезно говорю. Так что я привык. А хочешь еще прикол расскажу? Давай только веселый, с расчлененкой и кровищей. Других не знаем. Так вот, 2 недели назад поделился со мной Сергей Холодец такой неприятностью. Дескать, Степной выслеживает сталкеров, а вот это правда, узнает, где они свои тайники держат, и потихоньку обчищает их. А, я уж подумал, это про дупло и его сознание. Нет, тогда, возможно, и неправда. Рассказал, как он стоял на дежурстве на северном блокпосту, а Степной тащит рюкзак и ствол FN-2000. Сергей пригляделся, а это ствол из его личного тайника. По потертостям и заметной царапине на стволе узнал. Естественно, спросил у Степного, чего это он в нычку к честному сталкеру полез. А тот и отвечает, что на тайнике не написано, кому он принадлежит. Нашел, значит, его. А ты, значит, Холодец, в следующий раз лучше прячь. Так что рекомендовал внимательнее быть и сказал, что надо бы проучить раз и навсегда крысу. Тоже мотив, между прочим. Ну ты прямо кладезь. Аху, удивительных историй. Одно удивительнее другое. А еще были люди, у которых что-то из тайников пропало? А это что, реальность была? Наверное, это все-таки реальная история. Мне о таких случаях ничего не известно, хотя сталкеры, они как герои-любовники, охотно рассказывают о своих победах и умалчивают о поражениях. Ну, интересная мысль. У меня для тебя есть и грустные новости. Я могу подтвердить свое алиби. Очередной интересной историей... Нет, вполне обычным фактом. Дело в том, что я подрядился подрабатывать на одного профессора, не спрашивая на кого. Он как ученый интересовался оптическими явлениями во время захода солнца в зоне. Уж не знаю как, но он планирует на основе своих наблюдений сделать систему прогноза предстоящих выбросов. Ну вот, неизвестные яйцеголовые, секретные исследования. Что дальше, похищение пришельцами? Не, пришельцы — это прошлый век. Ты дослушай. Каждый свободный день, вот уже в течение 3 месяцев, я забираюсь на водонапорную башню и веду наблюдения, в том числе записываю видеофайлы. Таким образом, у меня есть видео, которое я записывал в день убийства, с 7:42 до 7:52. Это и были доказательства моей невиновности. Хочешь, отдам копию. Файлы за остальные дни могу только показать, чтобы ты не перехватил мой контракт, выдав это за свои наблюдения. Оплата довольно высокая. Ну хорошо, давай файл. Держи, без вирусов. Уж надеюсь. Кстати, почему ты прибыл на сбор по тревоге лишь через 6 минут? Тут уже вроде недалеко. Это все от того, что у кого-то очень узкие ступеньки. Кривые и трухлявые. Короче, бегать по ним опасно для моего здоровья. Кем был до зоны, если не секрет? Ха, как тебе и сказал, может, еще и ключи от квартиры, где деньги лежат? Не спрашивай меня о прошлом, я и не скажу, куда тебе идти. Ладно, понял. Да, люди как от своего прошлого в зону сбежали. Так, мне, в принципе... А, вот мне к тебе. Ну, не к тебе, а... Ну, кому-то из этих. Ладно, нам все равно выброс нужно переждать. Ой, там уже это самое, молнии летают. Мне уж только что херануть успела. Так, у меня жарко стоит. Да, стоит.
Восстановление здоровья плюс 6, что-то только я не наблюдаю этого. Или нет, восстанавливается потихоньку. Ну блин. Плюс 6 вроде, а восстанавливаются помаленьку. Ну ладно. Так, так, вы мне не нужны. Евгений всякие. Ладно, тут переждем выброс. И пойдем следующих опрашивать. Краснокрыл долго. Но патроны мне не нужны, у меня их много. Может на грозу патроны расстрелять, а то мы просто так их таскаем с собой. А использовать не использую. Чё, 10 гранат купить? За 4К. Мне, конечно, их 40 штук, но... Ну ладно. Чё ж тут прикалываться-то зачем? И, коль уж есть. Стыки прицелы. 15 косарей. Ну все, 15 косарей самый нормальный. Но это 5 диоптрий. Его даже на грозу можем поставить. Ну, в принципе, не знаю. Так-то тема, ну ладно, фиг с ним. Чё-то я не... А, переждать в укрытии, значит, еще идет. Просто его тут, на самом деле, бункер такой, тут даже не слышно, что выброс. Мимиско навертили, да? Это кто? Валера. Иван. Когда этот выброс-то кончится? А ты что продаешь там, костюмы, да? Новых-то не появилось. Ага, ну тут, в принципе, все у него костюмы. Вот мы Севу продали, так она стоит. Ну, 37-40, ладно. В принципе, она нафиг не нужна мне. Экзоскелет можно купить, протинговать за 75, ну он тоже не нужен. 25 кг весит, нафиг он нужен. Ну хотя это экс, в нем веса больше. Ну фиг его знает. У меня и так пока все устраивает. Но если что, запомню, 70 тысяч. У меня даже сейчас спокойно можно купить, протинговать. Шлем у нас есть. Там чистое небо, бронежилеты всякие. У меня, кстати, вот какое там гашение удара. Термозащита, химзащита. Ну, в принципе, неплохой тоже костюм. Но мне устраивает, как оно есть. Я уже закупился, как неудобно. И... Конечно бы все... Вот на 5,56 патроны одни бронебойные купить. Потому что что-то как-то мне они не нравятся. Обычные. Ладно. Об этом потом. Летчикам не надо разговаривать. Кстати, у него тоже, да, арт, как у меня есть. Он мне его посоветовал, он мне и сказал, как его создать. А, во, Палев, это военный. Ну чё тебе надо? По убийству Степнова пришел. И, возможно, ты последний, с кем он говорил. Расскажи, чем занимался в день убийства, начиная с момента, когда ты зашел в бар. Да мне уже говорили, что я, возможно, последний, с кем говорил погибший. Я человек военный и привык все дела делать в отведенное для них время. Вот и в бар и зашел в 7:30, чтобы поужинать и выпить кофе. Как раз перед заступлением на дежурство в 8. В баре я сразу заказал макароны с тушенкой, которые здесь совершенно неправильно называют макаронами по-флотски, консервированный салат и растворимый кофе, потому как натурального молотого здесь никогда не бывало. Дождался свой заказ и встал рядом со Степным за дальним столиком в углу. Поздоровался с ним, за едой еще перекинулись парой слов. Так, по мелочи. Я посетовал, что в последнее время часто график дежурства ломается. Он на то, что... Да ё-моё. Он на то, что хабар не тот. Потом он вышел, я доел, отдал посуду и направился на южный блокпост принять смену. На пост прибыл к 7:53 и принял пост у Александры. По пути никого не видел? Нет, по пути я никого не встретил.
Говорят, что Степной был должен тебе немалую сумму. В результате у вас с ним часто возникали конфликты на почве невозврата долга. Кстати, да, вот так вот человек сейчас остался, блин, без денег своих. Должник сдох. Да, это правда. Я по наивности своей одолжил ему денег из своей заначки на пенсию. А после трижды проклял свою доверчивость, поскольку Степной постоянно под разными предлогами просил отсрочить выплату. Но в течение последнего времени он исправно выплачивал долг, а к моменту гибели погасил практически всю сумму. Ага, даже так. А тот небольшой остаток долга он в ту последнюю встречу просил отсрочить на сутки. Я не возражал, сумма осталась действительно небольшая. То есть последнее время он выплачивал долг, и у тебя не было к нему претензий. Кстати, ну все, понял. Нет, претензий никаких не было. А где он брал деньги, он тебе не говорил? Я не интересовался, главное, что мои накопления ко мне вернулись. Скажи, когда ты вышел из бара, слышал ли разговор в закутке? Да, я слышал, как там кто-то говорил, но был ли это Степной или кто-то другой, я не знаю. Не имею привычки подслушивать, да и торопился на пост, не привык опаздывать. А где ты служил? Воинская часть номер 748-14. Это в Буденновске, Ставропольского края, мотострелковые войска. Хорошо, спасибо. Ну, надо искать того, кто крысятничает, кто нового сознания работает. Тот его и убил. Кто вот может нового сознания работать? Так, с кем мне разговаривать сейчас? С холодцом. Это последний вроде. Холодец. А мы с холодцом же базарили уже. О, он дружественный стал? А, это бандит. А, точно, нет, с холостом-то не базарили мы. Блин, бандиты дружественные нам, надо что такое придумать. Но мы сами бандит. О, кореш, что надо. Здравствуй, я по поводу убийства Степного. Расскажи, что ты делал в день убийства, начиная с 7 и заканчивая моментом твоего прибытия на точку сбора по тревоге. Ты шо, его свои убили? Какой неожиданный поворот. Да, убил его кто-то знакомый, и этот человек все еще находится здесь, на базе. Так что рассказывай, ты тоже подозреваемый. Я? Я-то тут при чем? Ну хорошо, сейчас все... Блин, мне кажется, это он. Ну хорошо, сейчас все расскажу. Около 7 вечера я сменился с поста и сразу зарулил в барак возле водонапорной башни. Я там обычно зависаю. Стал хавать, готовить, но почувствовал себя неважно. Я быстро кручу и пошел... Думал, может, какую таблеточку даст. Так нет, послушала, в бумажке что-то написала и говорит, что в порядке, все, отдых нужен. Минут 10 у нее проторчало, и все зря. Вернулся опять в барак, прилег, да сон не идет. А тут еще тревога эта. Но я подорвался, прибежал на место, а тут и узнал, что Степной уже в Жмура записан. А во сколько ты был у врача? Так я же говорю, минут 10 было, а в 42 минуты 8 назад двинул. Время так точно запомнил? Ну, как врачиха спросила, который сейчас, я и ответил почти. Потому и помню, может быть. Часто у врача бываешь? Да не, иногда. А в бараке что делал? Видел кого-то по пути? В бараке похавал, лег отдыхать, но заснуть не мог. Потом читал эту книгу с КПК, никого не видел. Ладно, что там за история с FN-2000 и тайником, который Степной нашел? А история такая. Пару недель назад я на посту стоял, под вечер. Через пост со стороны пустыря на базу топал Степной. Рюкзак тяжелый, в руках ствол, на плече еще один. Я присмотрелся, а ствол тот, что в руках, это мой ФН, из моего же тайника, который я всего пару дней назад замыкал. Ствол точно мой, поскольку слева на прикладе сильная потертость от долгого ношения, и на стволе заметная царапина. Даже не царапина, а целая зарубка. Тайник я ныкал хорошо, просто так не вычислить. А тут нате вам в хату. Получается, что он пас меня, а тайник потом почистил. Я тихо отвел Степного в сторонку и говорю, что же ты, падла, тайники своих чистить начал? Верни, что взял. А он и отвечает, на нем твоего имени не было, так что теперь это мое, а будешь в ворне кать, и я тебе зубы выбью. Я, конечно, оторопел от такой наглости и думаю, а как я докажу, что ствол мой? Никак, никто его у меня в руках не видел. Его слово против моего, и шансов поверить мне, а не ему, будет меньше, потому как вот он, ствол у него в руках, он с ним пришел.
А у меня что в тайнике, знал только я. Ладно, думаю, или гад. Но, ребят, я предупрежду. Может, на самом деле он виноват, типа, завязалась с ним это самое. Стал он за ним следить, за Степным, чтобы, типа, на него... Думаю, вот сейчас, например, на ПДА запишу видос, как он там тайники чистит. Прослежу за ним. А, это наоборот было. Я просто подумал, типа, вот он же на осознание, кто-то там это самое работает. Типа, спалили его, что он там... Это к другому, ладно. Ну, вы, наверное, не поняли, ну и ладно. И кому ты об этом рассказал? Сказочнику рассказал, он известный балабол. Всем разнесет, и еще паре ребят. Ну, от него и мы знаем. А у других тайники не пропадали? Наверняка такие случаи были, ведь Степной частенько попойки устраивал. А где он деньги на это брал? Ответ простой, чистил тайники, скольких он успел обокрасть, одному богу зона известно. У тебя было желание в темном углу поквитаться со Степным? Мля, да это желание у каждого второго тут было, и по-хорошему крысе за такое могут несколько лишних дырок наделать. Но если ты имеешь в виду, что я его чикнул, то нет, я бы ему быстро ногу сломал. Я бы ему просто ногу сломал. Вот значит как, я тебя понял, слушай, ты ведь в армии служил, а если не секрет, то где? Что, мое далекое забытое прошлое до сих пор выдает выправка? Да я, как все, в армии служил, потом во внутренних войсках, но карьера не задалась, пошел в частную охранную фирму. Внутренние войска, полиция что ли? Если тебе так проще, то пускай будет полиция, отряд Пересвет. Понятно. Какой-то мутный какой-то, еще бандитов себя называет. Поговорить с Иваном, ну все, хорошо. Надо, браток, говорит, в полиции работал, не. Какой-то мутный браток. Ладно. Это не наше уже дело. Сейчас... О, а что у них туман тут, что ли, какой-то? Курит, что ли, кто-то сильно так или что? Нифига себе, туман какой-то у них тут, я зашел. Ладно, сейчас выясним, кто там убийца, и на этом уже закончим. Так, здорово, я похоже смогу тебе подсказать, кто убил Степного. Это отличная новость, кто же он, не томи. Ты серьезно? Это Павел Сказочник Зеленый? А что я выберу, я не знаю, кто кого убил. Они специально цветами такими или что? Ну, а если на самом деле, ну я даже не знаю, кто. Давай на этого самого, на бандита наведем справку. Сергей холодец. Почему ты так решил? Доказательства есть? Конечно, вот кое-какие улики по делу. КПК Степного, флешка Сказочника, три окурка. Так, интересно, что еще? Также его вину косвенно подтверждают показания свидетелей. Хорошо, что еще? Да и в показаниях самого убийцы есть моменты, подтверждающие его вину. Понятно. Ну что же, для меня этого достаточно. Я отправлю наряд арестовать убийцу. Блин, а если мы просто парня засадили? Арестовать убийцу. А тебе моя искренняя благодарность за помощь. Еще кое-что материальное. А что будет с убийцей? За убийство у нас одно возможное наказание – расстрел. Мы отведем его на место преступления и расстреляем, как последнюю сволочь. Если же у тебя есть желание лично привести приговор в исполнение, то можешь прямо сейчас пойти и расстрелять убийцу. Понятно. Ну что же, смерть за смерть получается. Я подумаю насчет твоего предложения. Фух, так это что, можно было на любого, что ли, нагнать? На кого я думаю? Я думаю, тут на самом деле выяснится, кто там же был, типа этот самый. Ну, у нас флешка, что там кто-то на осознание работает. Блин, а если тут кореш на самом деле ни при чем? Я даже не знаю, так на человека нагнали. Переговорить с лидером военных, это кто? А, это потом. Фу, нифига себе, взяли на братка нагнали. А мы на того ли нагнали-то? Я хотел на этого, на бандита, он что-то мне мутненький показался. Это последний, который был.
Прикинь, это еще не холодец, оказывается. А не, вот он сидит. Мы на Сергея холодца сказали. А это кто у нас? Серега холодец. Да, ну прости, брат. О! Курение вредит вашему здоровью. А там как раз окурки были. Может, на самом деле ты и был? Я, кстати, только у этого самого сигарета нашел. Больше у никого не было. Ну, типа, ни в баре там, нигде не видел. Может, конечно, внимание обращал. А может, на самом деле он? Раз у него и сигареты тут лежат в кармане. Фиг его знает, короче. Так, а с этого все, что ли? Да, как-то мы странно это убийство расследовали. Как нам хочется. Да уж. А если человек не виноват, его что, расстреляют, что ли? Что как-то сделано-то так? Я уж думал, нормально. На самом деле, сейчас выйдем на человека. Сейчас, наверное, закончу стрим, пойду смотреть других. О, какой-то туман, блин. Туман негодования. Наверное. Знает кто? Бог-то видит все. Зеленого человека нагнали. Совершенно. Невиновного, а может и виновного. Ну не знаю, окурки, сиги вот у него можно было купить. Кэмэл. Может все-таки он. А то что, закурить можно, нет? А, выбросить? Что, их нельзя использовать-то? А вот это, кстати, интересная наводка. Что это он. Вон туда и смотри под ноги. Окурки, сиги в инвентаре. Но это мы уже после того, как донесли, увидели, но все же. Короче, ладно, я не знаю. Я посмотрю у других сталкеров. Полажу по каналам, кто кого выбрал так ради интереса. Наверное, все этот квест выполняли. Че, интересный квест. Но на этом я с вами попрощаюсь. С вами был канал Прохождение с Михаилом. Мы это убийство расследовали, но я не знаю на самом деле, кто виноват. Но нагнали на братка, ладно. В следующей серии поговорим с лидером военных в Лиманске. А на этом я попрощаюсь с вами. Всем пока.